Вань, тебе не страшно было с ним ездить? Опасно. Опасно водить. Больше 160 не ехали. 16 вот так, 16. Больше 16 не ехали. Оцени парковку, оцени. Ты записал? Позвони своим друзьям в общественное движение с Фобхам. Oh yes, this is a gift from Alex, my guy, man. Shout out to Alex, man. Have you watched Alexa Core? Иммиграция 6 часов. I watched. Нравится. Спасибо. Нравится. No, it's a completely different generation, you know. Yeah, I agree. You don't know how was the name of the last emperor of Russia, you know, Russian Empire. No. You are lying. But he said to me, like, let's check my knowledge about the history of Russia. You! And even he's talking to you. Yeah. Hello, please. Go to the history class, hello. Rus, кто перед Александром III правил? Александр II. Всегда стараюсь действовать по ситуации. Будут свободные атаки, конечно, пробью. Чтобы мы продолжали в том же духе, не расслаблялись ни в коем случае, даже если у нас было 30 очков на 40, мы должны гнуть свою линию, показывать свой самый лучший баскетбол. Что мы и делали, в принципе. Команда выполнила все установки, вышла с должным желанием, продемонстрировала тот подход, который должна демонстрировать в каждой игре. Агрессия, концентрация. Did a great job, and after that we enter from the bench and continue with the same energy how they start, and all of 12 players play very good game thanks to the people that comes here to support us, and I hope the gym will be always full and that we will compete for our goals and to try to did what we did last year. Поддержка болельщиков — это всегда здорово, конечно, это двигает вперед, придает дополнительных сил в защите, хочется отрабатывать на 100%, в нападении организовывать игру, брать атаки на себя. Поддержка всегда важна, и спасибо нашим болельщикам за это.